Короче, с Golden Reserve National Selection France я решил не сдаваться. И на следующий день, то есть сейчас, я сходил в магаз и докупил еще Дербент пятерочка. Чтобы сравнить с этим Golden Reserve National Selection France. Три бокальчика. Golden Reserve. Дербент у нас ноябрь 23 года, дата розлива. Производитель Дербентский конечный комбинат. Фоногорея винтаж пятерочка. Также будет присутствовать. Но основное сравнение будет происходить между этими коньяками. Начнем с Golden Reserve. Мало ли вчера у меня что-то было не то со вкусом и обонянием. Слабый запах коньячка. Дербент пахнет чуть-чуть посильнее. Профиль похож. Ванилька и шоколад. В запахе резерва побольше спирта. Давайте немножко заболтаем. Да, аромат похож, но в резерве побольше спиртика. Фоногорея винтаж выделяется ярким виноградным сладким медовым оттенком и здесь. Попробуем. Но сейчас попробуем, начиная с Дербента. Ванильно-шоколадный, дощатый, спиртик занижен, не мешает, не горчит. Небольшая какая-то сухофруктовая сладость присутствует. Golden Reserve National Selection France. Ну вот слабо, слабо пахнет даже по сравнению с Дербентом. Пятерочка и пятерочка. Вот опять, в начале он даже вкуснее Дербента. Сладостно-ванильно-шоколадный. Но потом вкус пропадает, и остается спирт и горечь. Возможно, это горечь дубовая. А возможно, это горечь неправильного спирта. Сегодня мне кажется, что спиртик в нем имеет какой-то неприятный оттенок. Возможно, водочный. Еще раз Дербент. Дербент пятерочка я купил в Магните. 599 рублей, 0,5. Защищенным географическим указанием Республика Дагестан. Дербентский конечный комбинат. 5 лет выдержка. Здесь написано, что выдержка в контакте с древесиной дуба. Ну и закрепим. Винтаж пятерочка. Поинтереснее, посладше, повкуснее. И если Дербент, он может конкурировать с винтажом пятерочкой, просто он имеет другой профиль вкуса. Не медово-сладко-цветочный, а ванильно-шоколадно-дубовый. То Golden Reserve, хоть и похож на Дербент пятерочку, но имеет слабый вкус, который через секунду после глотка теряется и наступает виртуозность и горечь. Винтаж, конечно, вырывается вперед. Видимо, мне лично больше нравятся цветочно-медовые коньячки. Сладенькие, легкие и с уменьшенным количеством дуба. Еще раз Дербент. Вот, вкус никуда не пропадает. Когда глотаешь, еще вкуснее становится. Послевкусие долгое и имеет тот же аромат во вкусе. Golden Reserve. Вначале вкусно, потом горечь спирт. На любителя, конечно, вот это на любителя. И вопросики к спиртовой основе все же есть. Все-таки вот даже в сравнении вот с этими двумя коньяками, с Дербентом и с Фангореей, что-то непонятное здесь в спиртике присутствует. Что? Неизвестно. Короче, если выбирать Дербент 5, ценник примерно одинаковый у них. И этот 599 рублей без скидки, и этот 599 рублей. Если нравится вкус спирта и горечи в конце, назовем это больше дуба, какая-то дубовая горчинка, возможно. Тогда Golden Reserve National Selection France. До встречи в следующую пятницу.